О, смотрите, как камера снимает камеру, короче. У-у-у. Так. О. Но самое главное, это что у нас сейчас 5:13 утра. Вот. А я балуюсь с техникой. И у меня первый день эксперимента. Уже прошло 13 минут, 5:30. У меня будет старт первого забега 10-километрового. Вот. И вообще голова плохо соображает. Чего-то я вдруг вскочил. Окей, окей. Я сейчас напомню в голове, что надо делать. Ну, так как у меня еще есть порядком 17 минут, то я быстро загружусь углеводами на пробежку. Все круто. Вот здесь, кстати, моя кухня. Погнали. Что у нас есть? У нас есть вода. О, водички выпил, стало лучше. И сейчас мне даже интересно, в парке есть люди или нет, кто-то бегает в это время. Будем делать коктейль, короче, коктейль. Все, давайте. Коктейльчик. С бацем коктейль утром. Да. Надо сказать, друзья, что если я не буду выполнять данное обещание в течение 16 дней, то есть вставать примерно в 5 часов, в 5:30 уже бежать, то я проиграю $2500. Вот, поэтому мне надо поторопиться. Так. Вот мы сделали коктейль, у нас время, знаете, сколько уже? Время 22 минуты, значит 8 минут осталось, чтобы его выпить. И я это сделаю. Все, готово. Минут. И я начну раньше сегодня. Если честно, спать вообще не хочется. Когда на кону стоят $2500. Спать вообще не хочется. 5:29, друзья. И мы начинаем первую пробежку в 5:30. Знаете, организм вообще очень не настроен бежать сейчас. Поэтому я начну, пожалуй, с легкого темпа. А вот, кстати, какой Нью-Йорк в 5:30. Я уже 22 секунды типа бегу, поэтому я побежал. Все. Спать хочу, жесть. Ух. Скажу вам, друзья, это же в 5. Уже, наверное, к 6 подходит время. В парке не так много уж людей бегает. Днем здесь куча людей, а утром, смотрите, он пустой. Фонарики светят. Так-то. Не знаю, будет кто-то сегодня бежать или нет вместе со мной. Или все спят. Все спят, наверное. Let's go, у меня в ушах я. Let's go, поэтому, понимаете? Let's go. Вот первая пробежка и удалась. Наверное, сказать, что организм маленько
долго-долго разгонялся. В 5 утра, видимо. Он не привык работать. И вначале было некомфортно бежать. Ну, потом нормально, надо привыкнуть, настроиться, и все путем. Вот, уже посветлело. И, кстати, несколько людей бегало в парке все равно в это время. Это радует. О, бибикают. Сейчас день только начинается. Давайте, друзья, до связи. Пока. День только начинается, и он начинается с хорошей утренней пробежки. Кайф, а?